Юбилейный 55-й мемориал Юрия Сапожникова собрал в Омске более 80 борцов из регионов России и Казахстана. Поспорить за награды престижного турнира приехали спортсмены 18 лет и старше. Традиционно организаторами соревнований выступают Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Региональная федерация спортивной борьбы. Сегодня 55-й год, как мы его проводим. Он всероссийский, он мастерский, и все регионы, все сильнейшие атлеты приезжают сюда для того, чтобы помериться силами и отобраться на чемпионат России. То есть это предчемпионатный старт, на который все сильнейшие атлеты приезжают со всех регионов. Выпала на этот турнир именно вот такая задача, уже проверить свою полную боевую готовность перед чемпионатом России. Через 2 недели у нас будет чемпионат России, в первой половине июня в Подмосковье. И поэтому сейчас ребята, уже все свои кондиции проверяют. В принципе, уже такой момент, когда еще можно немножечко что-то исправить. Не кардинально, конечно, потому что времени нет. И поэтому я думаю, что схватки будут интересные. Поединки во всех 8 весовых категориях действительно получились захватывающими и бескомпромиссными. А меч Сергей Демин выступал в самом тяжелом весе – до 130 килограммов. Путевку на национальный чемпионат спортсмен завоевал ранее на соревнованиях Сибирского федерального округа. Но это не стало поводом расслабляться на домашнем турнире. Как итог – первое место. Все соперники разные. Каждому нужны свои наработки. Подбирался набор приемов, конечно. В общем, все удалось. Омские борцы по итогам турнира взяли золото в 6 весовых категориях. Достойным выступлением спортсмены подтвердили, что традиции классической борьбы, заложенные в нашем регионе Юрием Сапожниковым, продолжают жить и развиваться.